Дорогие друзья, черешня в 19 июля 2021. Вы знаете, вот мы сделали прививки на остуженку черешню Валерий Чкалов. Видите, какие крупные ягоды появились у нас вот в этом году. Но весна у нас запоздалая, а птицы бывают разные. Есть крупные птицы, я уже показывал, работает лазерная сова из двух лазерных дисков. А вот на мелких птиц у нас они поклевывали вот эту прекрасную черешню. Вот, которую мы сейчас сдерживаем в мешочках, у нас она дала в полной мере созревания. Вот видите, какие прекрасные. Здесь у нас мешки еще. Здесь вот собирается черешня. И на каждой черешне я 5-6 сортов различных черешни. Вы имеете в виду, когда вы покупаете черешню, обязательно отрезаете верхние побеги, если они живые, кладите в холодильниках, а мокрой тряпочкой и храните для прививок, чтобы на всякий случай, потому что, может быть, саженец у вас и не приживется, а черенки вы можете привить. И вот как сейчас, видите, такие большие черешеньки будут у вас. Будут у вас здесь в руках и на языке. Прекрасная черешня. Ведь мы собираем ее здесь достаточно много. И в то время черешни много не бывает. Поэтому старайтесь прививать черешню на вишню и на черешню. Как вот Валерий Чкалов, как крупная черешня, или как вот еще одна черешня мне очень нравится, это гордия Чехия, черная черешня, очень вкусно созревает она где-то в конце июля месяца. Топсад готов поделиться с вами новыми технологиями в производстве чаши изобилия. В каждом доме, в каждой усадьбе должно быть изобилие фруктов, овощей, соков, да и вина в том числе. Пробуйте, используйте, применяйте технологии, и эти технологии окупят все ваши труды, и ваши дети, и ваши родители будут только рады видеть таким прекрасным изобилием. Не думайте о том, что сажать некуда. Всегда найдется место, куда посадить добрый продукт, потому что это капитал, настоящий капитал, который никто не украдет, а он останется с вами и достанется вашим детям, внукам и правнукам. Удачи на даче, подписывайтесь на канал Топсад, вместе с черешенькой в придачу.